Просто истина. В последней матери инстанции серый дождливый день расставляет в душе многоточие. Хочется жить и работать на фоне всемирного убранства. Природа не терпит уебанства, как говорил Михаил Васильевич Ломодрочер. Но люблю этот грустный пейзаж, когда Кертис во дворе вешается даже больше, чем солнце, истребляющее себя по-батаевски. Да и в Русском музее не узришь ты такой поехавшести, как в начале весны моей Dead Inside-овской. Подошел, но в сознании тюрьма. Таков прихожей за даже шнурки. И неожиданно съедет с ума. А люди с понившими глазами выходили из дома, укрытывая тело в контроль. На нынешнем заводом я тоже не оборудован. Сегодня ты ангел, завтра ты анал. А люди с понившими сердцами выходили из дома, укрытывая тело в контроль. На нынешнем заводом я тоже не оборудован. Ты проживешь здесь еще 40 лет. Ты будешь знать то, что велено знать! Как мои птицы, как станет закат, как